Здорово, Илья, как жиза? Недавно в Стиме давали на выходных поиграть в Black Ops 3. Я немного поиграл, и мне, в принципе, понравилось. И мой друг ее хейтит в то время, как сам тащится от танков. Так вот, почему нас так сильно ненавидит Кот? Сейчас расскажу. Это весьма интересная тема. В общем, в чем суть? Суть в том, что... Есть у нас такие персонажи, как IT-Петя, например, который, ну, которому Кот вообще, мягко говоря, не по душе. А у этого человека достаточно большая аудитория, которая, как мы сегодня видели с его сходки, да, у него сегодня была сходка, и там кидали скриншоты, он же, типа, такой парень... Кучу народу на который постоянно говорит, что типа вот моя аудитория вообще охуенные пацаны, там 18+, и все такое, у меня контент такой прям явно не для школьников. Вот. Ну и на этой фотографии с сходки просто 15-14 лет. Да-да-да. Я просто тут история рассказываю, я буду тебе мешать. Испания, идите кто-нибудь, да. Вот, ну, собственно, он хейтит Кот, и эта аудитория, собственно, к его мнению прислушивается, считает его весьма истинным, хотя этот... Плевать, на меду. Хотя этот человек абсолютно некомпетентен в данном вопросе. Это всё. Вот. Ну и... Блять. Чего? Это все с игры? Да. Скорее всего. Так. Вы меня перебиваете. Ты не хочешь пойти? Там еще один меду. Нет, не очень. Короче. Лазер. Не лезь, поли. Я стягиваюсь. Это мнение. Распространили по всему комьюнити игровому о том, что Кот 10 секунд, парни. Зашкварная игра, не меняющаяся из года в год, с однотипным движком, неизменчивой графикой и вообще Modern Warfare это типа эталон серии и всех заебало будущее, ко-ко-ко и прочее. Короче, такое огромное количество абсолютно натянутых и надуманных факторов, которые даже... Никто толком не может аргументировать, да, когда заходит срач о Call of Duty, все апеллируют именно такими клишированными аргументами про движок, про графику, хотя когда ты им скидываешь два скриншота из МВ2, а потом из БО3, и они говорят о том, что вот тут типа такой же графон, ты просто блокируешь этого человека, потому что ну, все это... Ну ничего уже не докажешь. Только слепой не увидит явных отличий. Понимаешь, как бы главная проблема — это предвзятость. Это огромнейшая предвзятость к серии как таковой в принципе. Это наш авик стреляет. Которую, между прочим, можно даже отнести к ремастеру Modern Warfare. Просто элементарно открыть комментарии с какого-нибудь русского канала, который постил геймплей, и почитать их, да, то есть там народ говорит о том, что ой, оригинальная часть была более атмосферной. Ну, это ж пиздец.